5-6 вместе с тем, что уже заб... Бонасере, Том! Так, тут 5-6 вместе с тем, что... Эй, Томми! Сегодня важный день, да? Ты уже видел гонки? Такое не пропустишь. Сальери не даст Морелло лишить его победы, так? Нет, сэр. Это будет ему уроком. Итак, сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Мой друг Бобби – охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернется, пока ты ее увозишь. Молодец твой Бобби. Точняк. Есть один парень, Лука Бертона. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиана. Он ее, типа, подкрутит. И завтра гонка станет интереснее. Потом я пригоню тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись. Бобби заканчивает в 1:30, а его сменщик... мудак. О, привет. Если тебе нужно оставить тачку там, где ее никто не найдет, пригоняй ее в гараж. Карло его наконец-то расчистил. Спасибо, буду знать. Ты Бобби? Ага. Твою тачку отгоним в гараж. Там никого нет. Друзья Ральф и мои друзья. Да, если у тебя деньжата есть. Завтра все припрутся сюда. Весь город. Пронесут бухло, начнутся драки. Ненавижу эти дни. Да ладно, зато выходные здесь лучшее место в городе, чтобы деваху подцепить. Даже не начинай. Знал бы ты, что я повидал. Так, мы на месте. Вот она. Каразелла серии С, 29-го года. Лучшая в классе. Жаль ее раскурочивать. Если копы увидят такую на улице, то будут задавать вопросы. Если догонят ее... Постарайся не разбить ее, ладно? Значит, от Бертона надо вернуться к 1:30, до прихода сменщика. Да, он мудак. Слыхал.
Сообщают о спятившем водителе в Чайна-тауне. Отменить погоню, поиском конец. Возвращайтесь к патрулированию. Томми Анджело. Лука Бертоне. Ох, какая она красотка. У нас мало времени. Эй, я работаю быстро. Прогуляйся. Ну, привет. Все, готово. Спасибо, Лука. Надо вернуть ее, пока не хватились. Осторожнее с ней. Это малышка. С норовом. Эй, передай мистеру Сальери, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенные клиенты. Есть тачки для дела, есть для понта. О цене договоримся. Лишь бы паренек Сальери победил. Это главное. Да уж. Веди осторожно. Сообщают о гоночной машине, которая ездит по улицам с превышением. Ее кто-нибудь видел? Он ушел. Вернитесь к патрулированию. Поймаем в другой раз.
вернулся. Слава богу. Готово дело. Она едва ездит. Отлично, а теперь пошли отсюда. Завтра важный день. Выходит Сэм из толчка, а я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать долг. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. Два сраных шкафа по 2 метра роста. И что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там все вокруг. Да ладно, и даже копов не вызвали. Не, иногда нужно просто показать, что ты псих. Том, можно тебя? Да, Фрэнк. У нас серьезная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним все в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелло крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. Боже. Да, не повезло Майки. В общем, ты займешь его место. Что? Фрэнк, ты что? Том, я же... гонка начнется уже через полчаса. Это не обсуждается. Дону важно победить. Но еще важнее, чтобы Морелло проиграл. А ты наш лучший водитель. Иначе я бы обратился к кому-то еще. Да. Хорошо, Фрэнк. Славно. Ральфи уже подготовил машину. Поезжай туда поскорее. Поприветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Лихтенберга. Звезда международных заездов примет участие в сегодняшней гонке. Срочные новости. Любимец болельщиков Лостхевена Майки Дан не сможет участвовать в заезде. На старте его заменит Томми Анджело. Все вместе пожелаем ему удачи. Машина на позиции. На старт. Внимание! Гонщики умчались, а вот механики на пит-стопе явно волнуются. У Лихтенберга проблемы. Что-то случилось с машиной. Лихтенберг... Да вы серьезно? Что? Агрессивные приемы от Анджело. Что? Дерьмо! Засранец! Гонщики растянулись по трассе со значительным... Боже! Вот дерьмо! Томми Анджело вырывается вперед! Наш новичок Томми Анджело по-прежнему впереди. Вот это гонка, друзья! Уровень вождения невероятный! Вот сукин сын! Отчаянная борьба! Вот дерьмо! Пойдется бежать! Тейлор, Андерсон, Анджело, они продолжают борьбу, и у каждого есть все шансы! Гонки идут на второй круг. Этот? Анджело лидер. Анджело снова первый. Сможет ли он сохранить лидерство? Пойдут ли они в число победителей? Что? Или сегодня звездный час у кого-то еще? Этот? К
Кому нужен Майкидан? Новичок справляется не хуже. Вылет Лихтенберга перевернул гонку с ног на голову. Каждый почуял шансы на победу. Отчаянно борется за победу. Гонка еще не закончена. Томми Анджело впереди, но вот надолго ли? Андерсон и Гарсия на втором и третьем местах. Они ждут от Анджело ошибки. Сумеет ли кто-нибудь обогнать лидера Томми Анджело? У нас остается трое претендентов на победу. На первое место идет серьезная борьба. Не везет. Эй, Томми! Вот наш чемпион! Эй, Том, хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, быть мне бездомным. Я сделал то, чего хотел Дон Лука. Ну, я все равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно. Спасибо. Я знал, ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Бот, ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо, босс. Выпьем, мальчики. Подружка-то есть? Или все уйдет на выпивку? Вот это была гонка, да? Вот так. Нет, но... Я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Поздравляю тебя, герой. Мне просто повезло. Ну, я ставила на другого, так что выпивку с тебя. Вот. Теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился, как бы чего не учудил. Ладно. Доведу его до дома. Полли и другие твои дружки уже выпили половину моих запасов. Ты его нашел? Друзья, сезон окончен. Трасса закроется в 6. Пожалуйста, покиньте ее по первому требованию. Ты водила от Бога, Том. Винни, ты Поле не видел? Он говорил, что хочет пожрать, типа бухло заесть. Но, боюсь, здесь нет столько каноли.
тебя так легко это вышло. Томми, 20 лет назад здесь были первые гонки. И мало кто смог доехать до финиша. Это все машина, Ральф. Я лишь указывал ей путь. Эй, ты видел Полли? Нет. Он вроде говорил, что... Молодец, чемпион. Том, твоя победа оплатила год школы для моей дочки. О, рад помочь семье Калетти. Что ж, празднуй победу. Только присмотри за Полли, пока он не опозорил себя и семью. Я не позволю омрачить этот вечер боссу. Не беспокойся, Фрэнк. Я его найду. Управление полиции Лост-Хевена просит напомнить, что продажа и употребление спиртного строго запрещены. Нарушители будут арестованы. Победой, Томми! Спасибо. Молодец, чемпион. В прошлый раз ты так гнал, когда я тебе пушку в башке приставил. Будто сегодня было иначе. Наш квартал купается в деньги, так что тебе ничего не угрожает. Эй, ты Поля не видел? Я снова прошу посетителей покидать трассу по требованию и не употреблять запрещенные вещества. Давайте не будем, как в прошлом году. Слава богу, ты здесь. Если твой друг не придет в себя, кто-нибудь вызовет копов. Да, похоже, Полли уже пора на финиш. Корова сказала му, а утка сказала кря, а птичка сказала что? Не знаю, но вот тот охранник сказал, что тебе пора уже домой. Да он козел. Проявил бы уважение! Согласен, но я тоже считаю, что тебе пора закругляться, пока ты все тут не заблевал. Ладно, ты прав. Идем, чемпион. Молоток, Томми. Классно будешь. Я был прав. Не ошибся в тебе. Знаешь, что я сказал, когда мы тебя нашли? Что ты сказал, Полли? Я сказал, он классно водит. Да он Сальери. Этот парень классно водит. И вот мы здесь. Это точно. И вот мы прямо здесь. Вот мы. Мне даже неловко, Том. Погляди на себя. Ты теперь, ну, типа гонщик-победитель. Новичкам везет. С тех пор, как ты в семье, у тебя все тип-топ. А знаешь почему? Просто мы с Сэмом оберегаем тебя от серьезных дел. Вот как? Ты не знаешь, как это бывает. Тебе приказывают явиться к Дону, и тебя прямо всего трясет. Я делал жуткие вещи, Том. Мы все тут заодно. Я делаю то, что приказывает Дон. Точно так же, как и ты. Ты похож на меня. Не можешь просто отключать эти мысли. Выбрасывать их из головы, как Сэм. И приходить домой, будто ничего не было. Полли, ты пьян. Перестань болтать, пока ничего лишнего не наговорил. Ты прав. Ты прав. Томми, мне бы сейчас девку. В этом я тебе не помогу. Отвези меня к девкам! Давай в голубые тропики! Давай-ка лучше домой поедем. О, мост! Езжай через мост на остров! Отвези меня к девкам! Отвези к сладким красоткам! По-моему, лучше сейчас отвезти тебя домой. Круто! Совсем другое дело, братан! Видел бы ты этих девчонок! Нет уж, сам плавай среди этих пираний, Поле. Ты лучше расскажи, куда мне, черт возьми, ехать. Ты не знаешь? Нет, не знаю. А я что, дома? Ты меня домой привез? Может... А, может... Ты... Ну да...
Это хорошо придумал. Ладно, я тогда... Сладких снов, здоровяк. Тогда я... Что-то мне нехорошо.